Тверской области утвержден прожиточный минимум на текущий год. Соответствующее постановление за подписью главы региона размещено на официальном интернет-сайте правовой информации. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил информационный портал panoramapro.ru. Величина прожиточного минимума на душу населения в этом году составляет 11 234 рубля 14 копеек. Для трудоспособного населения его размер 12 144 рубля 22 копейки. Для пенсионеров 9 875 рублей. Для детей 11 893 рубля 59 копеек. Сумма среднедушевого федерального прожиточного минимума 11 653 рубля. Отметим, что с начала этого года федеральный прожиточный минимум устанавливают не на один квартал, как делали ранее, а на целый календарный год. От величины этого показателя зависит целый ряд выплат, в том числе пособия на детей и малоимущим гражданам.